А что заехать, как туда? А проезд у нас сейчас платно, 100 рублей. А сколько? 100 рублей. Ну давай заплатим. Да, и на всякий случай вдруг нам потом отчитаться придут. А это что у вас такое? Классное место. Сейчас все это самое. Выкупили эту землю, взяли в аренду ее. Вот, там сейчас ларек ставить будет. А у кого выкупили? А вот документы. У местных кого-то, что ли? Я не конкретно не хозяин, не знаю, поставлю что-то. А что там за услуги какие-то предоставлять или просто заехать что-то арфировать? Нет, сейчас там облагораживают, расчистят. А там площадка есть, да? Мы проедем. Площадка есть. Ларек только ставит, мороженое сейчас торговал. Соки такое. Это буквально 3-4 дня.